Скажите, а почему Маргарита называет вас мастером? Ну, это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал. О чем роман? Роман о Понтии Пилате. О чем? О ком? Это потрясающе. Вот теперь. И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка почитать. Я не могу этого сделать. Я сжег его в печке. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. А ну-ка, бегемот, дай-ка сюда, Роман. Вот она, рукопись, вот она. Всесилена, всесилена. Все ясно.